Здравствуй, большая страна! Добро пожаловать в набережные Челны. Мы с вами отправляемся на стадион КамАЗ. МЛБЭТ, Первая лига, 15-й тур. Второй матч сегодняшнего дня и всей этой игровой недели в Первой лиге. КамАЗ дома принимает подмосковные Химки. Стартовый свисток. Дамы и господа, стартуем. КамАЗ начинает этот матч. И давайте к составам команд переходить. Начну с хозяев. Омский. Почевалин. Здорово дальше прокатывает. Это Куль к атаке подключается. И Куль уже в штрафной момент. Опасный Куль. Обухов на месте. А дальше угловой. Угловой. Мягкая на дальнюю подача. О, это точно какая-то заготовка. Пальцев, ну, только, наверное, в этой заготовке и в его мыслях. 2-3 удара мы увидели с вами. Да вот, собственно, и все. Ну, вот еще один, не самый сильный и абсолютно несложный для Игоря Обухова. Тем не менее, давайте смотреть. Таликин справа. И хороший удар, Игорь Обухов. Шум из тренерских скамеек, все слышно просто потрясающе. Опасно может быть, и мяч в каких-то сантиметрах просто или миллиметрах от ворот прилетает. Так, смотрим, будто Магомедов забрасывает здесь, скидка. Я думаю, с удовольствием бы они хотели вместо этого идти просто на втором месте в таблице. А здесь 1-0 Александр Руденко. Посмотрим. Здесь атака совсем неожиданно развивалась. Но вот как-то Гюрджан отпустил. Как-то Гюрджан Руденко отпустил. И вот это давление последних минут. Короткий розыгрыш. Таликин. Подачу делает. Ух ты, это даже не подача. Это попытка в ворота отправить мяч. И Обухов здесь спокоен. Создают этот проект, конечно. Все следят, все читают. И ух, Анисимов. Это фол. Это фол. Такие матчи бывают. Но здесь ведь набор неосторожных действий. Вот такие вот. Вот и Анисимов-то. Кто? Руденко. Прибегает мимо. Будто Магомедов. Аккуратный удар. Классный. 2-0. Ай, мама, что за шедевр просто. Фантастический гол. Будто Магомедов. От штанги. Вкуснотища какая, просто 2-0, будто Магомедов. Подача какая хорошая, Руслан Куль удар наносит, отскок, добить, Обухов с линии спасает. Чем он спас? Коленом, да, по-моему, вот тут Куль за майку тянут. Комский, ну, Комский здесь только если в соответственно. В первой лиге выходил, опасно, штанга добить, выбивают Химки. На поле минут появилось ощущение, что, конечно, начинает он себя показывать и уровень свой хороший демонстрировать. Удар 2-1! Пальцев забивает бывшей команде! Вот так вот! Уходит он здесь от Воротынова, здорово простреливает и, конечно, здесь не додержал Терехов Пальцева. Вот теперь устраивайтесь поудобнее, друзья. Забудьте про то, что в этом мире что-то есть. Еще, если вы там за чем-то следили. Он, конечно, еще имеет ресурс, чтобы игру освежить. А здесь Пальцев, он уже не защитник, он уже нападающий какой-то, словно Пальцев. На оперативный простор выходит, удар наносит, в угол мяч летит! Сюда! Это дубль Пальцева, это гений! Гений земли футбольной Валентин Пальцев и его дубль 2-2. Какой матч от него! Как хорошо играла подмосковная команда здесь высоко. Смотрим. Разбегается Гаглоев. Высоченная подача. Пальцев снова выше всех. Это на хэт-трик было, но выше мяч летит. Неудержимый сегодня Валентин Пальцев. Абсолютно. А за боковую. И все. Финальный свисток. 2-2. Сумасшедший матч абсолютно, друзья. Потрясающий матч и потрясающий КамАЗ. И потрясающий Валентин Пальцев. Это матч имени Валентина Пальцева сегодня. 2-2.